Гордей Гордеич, будто не наяву, уязвленной победой в состязании колесниц, Галину Ермолаеву, хватает за белый локоть. Десницы его, силы пяти десниц, в нем плещется гнев и похоть. Он валит Галину в траву, под стрекот цикад. Пылает закат, слышен храп стреноженной кобылицы, запах ветра, аромат чуть повтивших щелей, изо рта Гордея Гордеича до ближайшей станицы 8 верст Макар не погнал бы сюда телят, и согласно природе вещей председатель не бьет председателя на глазах у цикад. Пылает закат, здесь он пылает всегда, это тебе не бальзак, с его шагленевой кожей, белое, как горячка, тело Галины Ермолаевны, пряное молоко, плавится в рыжей стерне, ломая крылья сыпат. Ей тяжело, ну а кому легко, грузит Гордей Гордеич, но не грузин, казак, и она, казачка. Спасибо.